Да, можно не выходить, да? да. Иду Нехай. попить надо. Это, у меня вопрос, а чего никто на передовой не построил этот херню, чтобы механических воинов лечить битых? Она под конец начала строиться. Когда он это вот это лавиня Тимония, да? Я вот, кстати, не знаю, выгоднее ли тут пехота или выгоднее часовой. Вот они как-то странно. Вот сам по себе юнит вроде бы крутой, да? Вот он, если идет, допустим, 20 часовых, если они там немножко подбитые, там, блядь, с истощением или чем. Ты дай мне этот, кого, твое место. Сейчас там. Кто? Перекинь меня с Джилеем. Че? С этим. А, ты хочешь это? Желтый. Ну да. А какая разница? Ну, а там что? Я за Алинов был. А чё у нас, кстати, команды это... А команды без разницы, что команды, да? Да, без разницы, конечно. Ну так вот, фиолетовый убери. Войт, или ты за Алинов хочешь? Да, это я за Алинов. А, ну ладно. Ну и всё. А чё, чума это было? Сейчас. Не знаю. Ну, короче, этот, он же хиляется, когда этот, вздыхает кто-то из часовых. Причем все хиляются. Интересно, какой там радиус? Сколько они там, на 5%? Ну, средний радиус, по-моему, там. Средний, это сколько, 12? Как у Джакома, вот эта хилка. Он только 4 хилит. 4? Это хуёво. Ну, извини, он там чуть ли не по пятой части хп хилит. А вот это, кстати, не знаю. Мне казалось, по 5% хилит. И тут, конечно, такие юниты разнообразные, блядь, идут. Так, красный, ну тогда я себе вот эту вот штуку оставляю. Я даже не буду пускать туда караваны. Окей. Блин, теперь херня, которая золото дает в центре. Они же рандомные, насколько я понимаю. Не рандомные. Бля, классно, что вот здесь, ну, эти лаборатории есть, и их можно использовать как этот плацдарм для караванов. Прикольно. А вы эти построили казармы, ну, которые заряжать людей? Эти... Не знаю, можно из города и из обсерватории на один город кинуть, типа, караван. Прикольно. А, типа близко. Или типа я один так делаю сейчас. Ты сраный читер, блядь. Я тоже что-то не обращал внимания, что можно так сделать. А что за лаборатория, что за караван? А, возле здания же стоит имперская обсерватория, вот я с нее отправляю, типа, дополнительный караван по городу, а или по объекту. И что, он с города просто больше золота добывает? Так, а что у меня караван? А ты не можешь разве это выкупить? Потому что я могу. Могу. Ну что, простаивают юниты? Пошли сразу завоюем какую-нибудь херовину здесь. Нет, центр надо держать. А. Ты город хотел, да? Выкупить это можно. Ну, сейчас я сейчас буду выкупать город. Сейчас еще придет пару раз у меня сюда вот. Вы скажите, когда все шахты заняты будут? Ну, типа вот у вас, допустим, сейчас, допустим, две шахты, да, стоит? Тебя очень плохо слышно будет. Да, я не знаю, почему плохо слышно. Хер знает. Должно быть нормально.
получается каждому по 4 шахты. Не знаю, у меня 3. А, нет, не 4. Блять, посмотрел это, Киберпанк, короче, ну там все видосы выпускают, что там, говорит, эти, короче, которые в игре есть, их озвучивали, записывали звук на этой, на гоночной, на треке, блять, и там более 40 машин записали, короче, ну как движки гудят, мотоциклы также записывали звук. И при том, говорит... И при том, такой этот говорит, кто рассказывает, говорит, при том, что это РПГ игра, блядь. Не гоночный симулятор никакой. На самом деле, в Киберпанке много на чем за этот задумываются. В итоге все играют за Манкаст. Дело, видишь, в чем? Сами разрабы, они, ну, нормальные ребята, вот, показав Ведьмака, они установили такую планку, которую сейчас, ну я не знаю, кто перебьет. Ну, разве что всякие там Red Dead Redemption, крутая игра тоже. Я в нее, правда, не играл, но смотрел. Крутая игра. Крутая игра, всем советую, но играть не буду. Я не знаю, буду или нет. Может быть, когда-нибудь буду. Но там весит под 150. Да должен. Куда? Кто напал, блядь? Что за хуйня? А, этот, блядь, петух. О, как. Че, он уже идет? Да? Там же мелкие пачки начинают идти. Потихоньку. Блять. Придумали бы это. Какого-то разведчика мне, блять. Жалко, тут стелс-механика очень слабенькая. О, разъебываю, ребята. Вот так. Сука. Убил все таки. Ну их 6 отрядов, они сильные. Там хп-то у него, блядь, сколько? Магнус Карлсон стал чемпионом турнира, блядь. Как всегда. Ну, он, короче, 125 партий не проебывал и проебал на этом турнире. Поляку проебал один раз. Ну, ха-ха-ха, классик. В классику, ну. Блин, Алексей, ты что будет не захватываешь? Блять, я забыл проект. Сука, блять, импостер ебаный. Пацаны, он импостер, ебашим его. Центр сейчас удержишь? Ясно. Ебать, тут наспамлено войск. Алексей, ты чего, не сомневаешься? Кто знает. Стеклянная цитадель. Блять, слышишь? А я могу стеклянную цитадель построить, да? Где ты построишь? Ну, это надо город взять, короче. Потом это построить. Нельзя будет? Вообще может. Я вот, а в ней... А в ней эти самые исследования, нахуй. Ну, если, типа, они работают, вообще они апнут же дохуища. И хп там, и атаку, блять. Хотя хули тут так войск дохуя. Пауки всякие пойдут, вообще пиздец будет. Пушки и джаггернауты лучше ставьте. Джаггернауты здравая тема. Хотя если пехоты дохуя накопится, то они могут разъебаться быстрее, чем они разменяются на достаточное количество пехоты.
Так, кто-то захватил. Что это? Голем, да? По-моему, голем. Сейчас, как всегда, там, блядь, на мои 6 отрядиков заюзает кто-то голема, да? Не? Надеюсь, нет. Да там было в прошлый раз не 6 отрядиков. Ну и сейчас вроде не 6. А, ну да, вот они на 8-й-то подходят, но... Да я его застаню, блядь, можете и юзать. Да, блин, они не побежали, почему? Охереть просто. Блядь, я с ним постер. Ты руинишь катку, блядь. Мотори вперед и руинит. Как тебе не стыдно? Козел. Блядь, я в своих караванах потерялся. Боевое построение. Раз, два. Обосрался. 3-4. Ну и ладно. Вдох глубокий, руки шире, не спешите. 3-4. Бодрость духа, грация и пластика. Общеукрепляющая. Утром ободряющая. Если жив пока еще, гимнастика. Если вы играете Алином, вызовите стеклянного дракона. Прочь влияние извне, привыкайте к новизне. Хрена ты там, блядь, придумал. Ну шиза, однозначно. Где мои, блядь, еще юниты? Сука. Я хочу, чтобы пушки из-под земли вылазили. Чё за хуйня? Куда они пошли? Вы чё, ебанулись? А, я понял. Чё-то они ебанулись. Ну-ка построиться всем, блядь. Смотри, чё-то они беснуются, блядь. Чё за хуйня? Они не понимают, что делать. Хули стоим, капитан, блядь. Всё, ебашим, короче, блядь. Капитан Барбосса, какие будут указания? Вперед, нахуй. Ебашь. Стеклянный. Капитан Стеклянный Глаз, блядь. Герои в атаку. Куб головоломка не хватает. Так, сейчас я увижу крепость. Разъебываем. Героев. Алексей, у тебя до сих пор это хуйтастый. Какая? Я чего? Он не герой, блядь, фокусить. Черт. Пускай фокусит. У меня не... никто из юнитов не битый, только герой, блядь. Перестань, ебаный рот, блядь. Да сейчас бьют. Я решил не скидывать на этой. Да, разъебали. Это что, уже великий стоит, да? Ну, типа, два дворцовых? Не мне показалось. Ну, дворцовый, да. Ой. Телескоп какой-то надо стеклянный, блядь. Чтоб, блядь, палить хотя бы иногда на вас. Ага. Справи быдло. Так, чё?
У пауков 260. О, у скорпиона 260 хп. Так. Че, кто-то напал или че, че за хуйня? Она же в одну эту не влазит. Нужно больше юнитов. Нельзя сотворить здесь. Стройте бункеры уже, стройте. Так был бы еще великий. Ресурсов нету. Ну, блядь, хоть что строить, блядь. Через полторы минуты пойдут. А ты откуда знаешь? А? Откуда знаешь, что через полторы? А, ты же тайминги писал. Нет, блядь, не знать. Ебать, ты мне тут закрыл, ну ладно. Ну я специально закрыл, чтобы они... Ну типа я сюда не могу в бункер впихнуть. Так, а тебе бункер, блядь, не сюда надо, тебе вот сюда его надо, блядь, я про свои проходы говорю. У меня вышло. Это к себе дашь, к мне 15 минут тебе там. Ну скажешь, когда дать просто. Хорошо. Пизду, пускай броню и город. Так, флаг на нем стоит. Хуйня стоит. Бля, вот это он там войск накопил. Вот говнюк, блин. Нахрен ты копишь? Ну, чтоб посмачнее прилетал, как там называется, ультразвуковой выстрел от Джакома. Чтобы больше, станет... больше строит. Чтобы станет получше. Будет. Ебать, там их идет, пиздец. Он сейчас продавит. Давай, стан. Вязай, голем. Рано еще. Почему? Может, пускай подойдут? Сначала. Может, пускай подойдут. Но они по бокам, вы же не видите, где они сбоку идут. Этого мало, пиздец. Сейчас будет все. Давай, они сейчас подойдут к вам. По бокам. Он с центра стопорит, а по бокам еще подойдут. Где голем? А, что надо, да? Ах ты, сука, разъебали, блядь, Марида моего. Ты и зря тут войска стопоришь. Что там второй, блять, Данила, а что ты крепость там поставил с другой стороны? Слева, потому что там проходит, если так. Блять, их так много. Такой большой. Чпун, блядь. Взять в обсерваториях первую способность. Вот и факты? Да. Ой, а голды-то нет? Могу дать. Фокусит, да? Да.
как-то я начинаю сыпаться в голове уже. Да, он их неплохо контролит. Пустите дожи, ему плохо. Дожа призвал? Нет. У тебя зик летает до него. Да хуй с ним. В этот раз заебись, оборона. Ну, мы чуть лучше, конечно, приготовились, но все равно мы даже... Ой, там жопа. Синий, все, отводи на свой фон. Стен. Не? Я тебе могу рельсов подкинуть, что-то нет. Кину, но у меня проблема не в ресурсах, а в том, что я произвожу очень коряво все. Все, у тебя есть великий кор? Великий нет. Или. А, да, да, есть. Я в танк кидаю? Да, да, да. Ты знаешь, что делать. Кстати, голем. В откате. 3 минуты. У него долечка дает. Не жил, типа. Получил рез? Да, сейчас. Кому голда нужна, а то у меня что-то слишком дохера скопилось. Можешь меня скинуть. Ред. А Тимоне можно 300 скинуть мне? Да. На фокусятнице. Мне даже другие город не справится. Ай, блядь, герой. Блядь, там этот появился. Ух, сука. Айда. Гола. Блядь. Есть голя? Нет. Ты не. Че это за хуй? Он штурм дал, пиздец. Да. Алексей, ты строишь эту хуйню? Да, а блять, точно. Да ты ебаный рот, блядь. Синий, у тебя есть великий город? Строится. Ну, ты знаешь, что делать. Без понятия. Пушку конец свет. Подведите войска на центр, мне нужно на город отпустить. Синий, у тебя там много войск вроде. Ты там неплохо держишься.
Ну вот, назад отходит. Мочи этого жирного пидора. Синяя из касты сестра. Так, через 10 секунд могу дать стан. Что там с големом? А, 0 секунд. Уже. Стан нужен, пиздец. Что там по пушке, где ресурсы? Не особо. Стан есть. Ну так строй. 700. Что 700? 700 ресурсов у меня, 800. Сейчас. Блять, я потерял. Ты что, слишком зарубил? Помогите слепому, я потерял. Кто-нибудь, я пытался строить ее. Вот это что? Нет, это другое. Вот, нашел. Нашел. Далековат, конечно. Это большой корпус. Блять, там паучара пришел. Он опять штурманул. Говнюк. Не, это не они сами сказать. Уже. Надо больше мяса, значит. Почти достроилась. Окей. Не убирается здесь. Мариду вызвали. Да, он сам посылается. Из касты какой-то. Хватит этот морит меня заколебал уже. Блин. Пушка готова? По-моему, да. Стреляем. Да. Пиздаем. Нах. Блять, спать его в рот. Блять, голем ебаный. Голем 4 минуты. Нет, у нас голем остается. Ах, обесье, блять.
Так, через 0 секунд стан. То есть сейчас? Да. Зачем? А, блядь, это у него, перемея, кардон. Классно. Ресурс нужен быстрее. Не. Ну, мне лично не будет. Ну, вообще классно вышло. Скиньте мне 500 тимон еще. А от вас нужна голда мне теперь. Синему? Да. Да. Мне на срочную нужду. Смотрите на это. Господи, оно огромное. Блядь, ты уже левиафана слышал. Не прорывают на центр, пожалуйста. Синий, мне нужны войска ты на центре. У тебя там слишком... Блядь, у тебя куча войск стоит, синий. Да. Так чё они, блядь, стоят? Нельзя, чтобы стояли. Ты шо, Вася? Ты ж просвёл. Ну, сука, блядь. Так, Pocket Factory надо завязать. Блядь. На тебе, пидор, блядь. Отравай, сука. Бам, просто. Минус всякий ход. Да заебал ты со своими пауками. Отстань, блядь. Сука, где он? Да вон он мне в шахту его кинул. Сука, поебать, блядь. Они там сливаются, нахуй. Чё ж ты, блядь, не в этом? Не на фронте. Тимит нахуй яр, блядь. Хуёво. Согласен. Юзай пушку по КД. Какой у него КД? Не знаю. 2 минуты где-то. Блять, он не пи... шахту. Я шмальнул влево сейчас. Я тоже шмальнул. Влево? Да. Зачем влево? Ну вон видишь куда. Не, нормально, пойдет. Я до сих пор без героя, а? Ты ж подсобен. Бать в рот этого паука, блядь. Оу, щит. Ни хрена там у Марита, 12 тысяч здоровья, ебать его. Он мне драконом проносит неплохо. Дракон? 17 секунд горем. Что там по стану? По стану? 20 секунд. Блин, там еще стеклянный хер идет. Касту, если что есть. Да нету ни хреново. Ну стан. Так, есть, все. Шмальнуть можешь, да? У меня на КД. Оди, у тебя есть, честно говоря? Тоже на КД. Пушкой тоже пытаюсь, способностью его. Тут он себя протягивает. Нормально, я придумал, что закрыл нахуй. Город не мой, но они все равно не проходят. Блять, там Саву еще идет. 25 тысяч хп.
Ого! Я уже жалею, что стоит. Так. Курсов еще не хватает. Нам пизда? Нам пизда. Сливаешься? Да? Я принес их все. У меня типа все ресурсы вбахнул уже. Я тебе могу скинуть, что есть. А что толку, у меня тут дракон летает, я ушел тут не могу. Так с перехватчиков создавай, как можно больше. Бля. Полторы тысячи откуда-то. Ух ты, вот ты. Pocket Factory взял. Неплохо так юнит. Блять, я ее даже не изучил, мудак. А ее не надо изучать. 200 голодов, точно. Это винки цена, все. Сейчас мы, блядь, курить уйдем нахуй, не успеть захватить. Наверное. Бля, у меня 1000 тимони, но нету голды. А чё, у тебя калькулятора нет? Бля, точно. Пиздец. Там ещё в тылу продавал. Нет, это слишком жестко. Там чересчур вообще. Так вы еще живые. Там на 40-й вроде Валик. Победа. Я скайбанная щина. Что за хуй? А где? Бля, как походу он пушку тоже снес. Да. У нас же тоже. А, ну. Может это эти скорпионы сломали. Типа у меня не даже целом. Оповещения нет. И да? Все, у тебя есть пушка? Да, пока. Ну, две пушки хватит. А, ну пока что. Ненадолго она у меня есть. Он мне в тыл отправился. А там рядом пушки или что? А, ребят, меня проносит. Да нас тоже проносит. Просто мне откуда призывать. А, да, конечно, добыча упала жестко. А ты чё, ему и атаку подкрутил, что ли, Данил? Кому? Саву, этот Марван. Да, да. Охереть, вот это они урона наносят, жесть просто. Пехота ничего с ними сделать не может. И след, всё. Давай там хуйню, блядь. Там уже а, у меня два дракона летает, я понял. У меня дракон, древний голем, паук. Блять, а у меня машина снабжения не полна на фронте, я что, ебанутый? Ой, хара... Оу, май! Нормально попало, да? Норм. Ни хули ты не сколько? Че там, стан есть? Големчик еще что-нибудь? Не. Чисто хуйня. Стан вроде бы есть. Сейчас. Да, просто... есть. Так,
пизда, нет ресурсов. Скинуть? А чё толку, я столицу потерял. Ну ладно, нам еще 2 минуты осталось продержаться. Да. Блядь, там драконы в этой... ТУ. 2-3, ё... Два дракона у меня тут столицу штурмуют. Типа лол. Да это везде так, блядь. Но, возможно, фокусить. Ладно, я отвожу на последнюю линию обороны свою. Все, что да, у меня да. есть. Застроил просто один район. Мы только же выиграли, там по одному городу оставалось. Но... Скиньте, пожалуйста, 500 голды. Сейчас. У нас будет последний оплот этот. Сверхброня Жакома. Она ненадолго. Да, спасибо. Хотел поддержать. Бам, просто. Блядь, 2 выстрела, 1 точку. 2. Вы отчаянные. Дракон, пан. Просто послался. Чертила какая-то, блядь. Ага. А вон, блядь. Что я там поставил, блядь? Обычно спереди, там, возле калькулятора. Чтоб снаряд побыстрее летел. Ну да. А он у тебя сейчас не там? Нет. Бля, у меня тут плавильня до сих пор стояла, ёбаный рот. Я ее охраняю как могу, но опять свет, свет, свет. Епа, мне сейчас все снесут, там, да. А, все? Все, блядь. Изи. Отстроил героя, взял ему сверхброню, построил Левиафана. Последние 10 пачек пехоты, 4 шагателя, 2 паука, 2 танка, все. На последнем городе.